Буквально вдогонку очень интересный вопрос был сформулирован как раз-таки перед стримом. И чтобы тут была у нас определенная связь между темами, давайте его прямо сейчас и озвучим. Вадим, вы ярый противник Суперлиги. Но знаете ли вы, сколько игр провели между собой Мансити и Бавария? Шесть официальных матчей за всю историю, а последний был аж в 2014 году. Ливерпуль и Бавария играли еще меньше. Три раза в 21 веке. Существующий формат ЛЧ приводит к тому, что лучшие команды могут и вовсе не встретиться на поле. Неужели его не нужно менять? Почти каждый год в плей-офф Лиги Чемпионов мы видим условные шальки и спортинги, которые полдюжины мячей от топ-клубов вместо того, чтобы наслаждаться противостоянием лучших команд. Очень мощный тезис, и тезис, с которым я отчасти согласен, просто там еще есть продолжение вопроса, можете до конца прочитать про то, какие команды не имеют права на существование в Еврокубках или там, по крайней мере, в Лиге Чемпионов, и с точки зрения качества футбола у этого есть, есть логика. Тут я сразу поправился бы. Я не являюсь ярым противником Суперлиги. Я скорее являюсь ярым противником закрытой лиги. То есть объединения, которые клубы создают, не для того, чтобы решать спортивные задачи, а для того, чтобы решать задачу выжимания максимального количества денег. Там, то, как они бездарно последний раз создавали свою Суперлигу, показывает, что они даже с этой задачей заработать максимум денег, и, наверное, не справились бы, учитывая, как несмотрительно они пошли в эту войну ну, а в таком контексте можно говорить. Ладно. В общем, в общем, мне кажется, что проблема именно в закрытости. Вот моя претензия именно в закрытости и в том, что слишком сильно будет разрушена иерархия национальных чемпионатов, на которой очень много, на традициях, на, традиции, на которых очень многое строится. И для очень-очень многих стран, даже клубы из низших дивизионов, так называемые local teams это не пустые слова это это что-то, что помогает им приобщиться к футболу. И пирамиды, которые позволяли им мечтать, пирамиды лиг, которые позволяли им мечтать, они сейчас они в таком сценарии будут разрушены. И вот это вот меня смущает больше всего. И, и, конечно, оборотная сторона – это то, что вы озвучили. Но, во-первых, Суперлига не обязательно должна быть закрытой и если она уже не закрыта, если в нее может попасть абсолютно каждая команда каким-то образом, то мой скептиз мгновенно снижается. Это главная моя претензия к Суперлиге. Как все идеально сбалансировать, я, честно говоря, не знаю. Как сохранить и вот эту вот иерархию клубную европейского футбола, которая тоже очень многое сделала на самом деле для того, чтобы футбол был самым популярным видом спорта. Потому что можно приобщиться к маленькой команде и потом начать следить за общей европейской футболом так что мне кажется что тут нельзя слепо оглядываться на американскую модель и говорить что вот так должна выглядеть лига и один из этих элементов то что она должна быть закрытой. если она становится открытой полностью открытой то есть несколько наверное, даже дивизионов и возможность для любой самой маленькой команды за какое-то время преодолеть путь до непосредственно этой суперлиги то у меня сразу становится меньше претензий как все это объединить как все это увязать в одну картину я, честно говоря, не знаю. По -по -по Пока точно не знаю. Понятное дело, есть очевидный вариант, который где-то в теории устроил бы нас всех. А давайте там вот будет существовать Суперлига, Лига Чемпионов в формате Суперлиги. То есть тоже чемпионат, дистанция, каждый с каждым играет, будут матчи, которые, которых вот вам не достает, которых мне не достает. Это, правда, очень интересно. Но, конечно, столько матчей и Параллельно существует чемпионат, но, конечно, столько матчей не не выведет, не не выведет ни одна команда и Качество этого футбола из-за этого просто-напросто упадет. Так что как это все увязать, я не знаю. Претензия хорошая. Наверное, на данном этапе я могу просто пояснить свою позицию по Суперлиге, что вот больше всего меня смущает закрытость. А закрытость, она не обязательно коррелирует с тем, как нужно организовывать эту, эту возможную лигу, или как можно постепенно преобразовывать Лигу чемпионов, чтобы она становилась ближе к этому формату.